базовый хват, широким кругом разводим ноги в стороны, возвращаемся в исходное положение. В следующий раз разводим ноги в стороны и соединяем стопы. Тыльной стороной ладони по очереди опускаем руки в пол. Убедитесь, что шея расслаблена, помотайте головой. Продолжаем. Какой переезд? Какой переезд, я вас спрашиваю? Мы здесь всю жизнь живем. Понятно это или нет? Вы предложили, мы отказались. Все. Петр Алексеевич, ну что ты разбушевался-то? Он же тебе новое жилье предлагает здесь же, в поселке. Какое жилье? Эту бетонную камеру в панельке, что ли? Там все мертвое, а здесь все дышит, все собственными руками все сделано. Вот это, понимаете, как я это брошу все? У вас прекрасный дом, но края обрыва постепенно рушатся. И ваш дом сползает во враг. Показать, где дверь? Петь, Петь, не надо. Пойдем, пойдем, пойдем. Хорошо, только локти выпрями. Хорошо. Теперь вилка. Хорошо. Переходим к следующему упражнению. А может, они правы? А? Ведь с каждым годом мы все ближе к краю. Ну, Петь, а, Петь? Я отсюда никуда не поеду. Ну, да. Приедет Оля, а дома нет. Не приедет. 20 лет прошло. 20 лет прошло, Лина! С того света не возвращаются. Сколько можно? Не верю. Она мертва. Не верит она. Нет, не верю. Стой! Что такое? Подожди, блин. Что ты здесь? А? Чего там? Не остаться? Давай. Подожди секундочку. Да? Что? В смысле? Хорошо. Я сейчас буду. Все в порядке? Прости, пожалуйста, мне нужно будет отъехать. Так, обнаруженный кузов машины, номерные знаки, все указывает на то, что... Привет, дед. Автомобиль принадлежал Матвеевой Ольге Петровне. Здравствуй. Привет. Твоей маме. Лина Андреевна, Петр Алексеевич, найденные останки, скорее всего, принадлежат вашей дочери. Но чтобы точно удостовериться, необходима экспертиза. Так что нужно прийти к нам в лабораторию в ближайшее время и сдать образец ДНК. Хорошо, я приду. Еще вот, документы. Найденные в бардачке машины. И еще. Крупная сумма денег. Вот. В купюрах до деноминации рубля. Это наша Оля. Чтобы установить причину смерти, мы должны рассматривать все версии. В том числе и криминальные. Скажите, дома вы держали оружие? Конечно. Охотничье.
Ну, а скажем, пистолет ТТ? Зачем он мне? Нет, конечно. Нет. Илюша, а кроме криминальных, может, есть какие-то другие версии? Ну, что-то с машиной, я не знаю, может, тормоза? Эксперты занимаются. Скажите, а может, вы помните, Ольга с кем-то ссорилась, ругалась? С Вадиком, с этим, со своим только и ругалась. Петь, ну о чем ты говоришь? Ну, ругались они. Но Вадик любил Олю. Ага. Так любил, что даже изменять ей начал. Знаешь, этот Вадик ваш тоже хорош гусь. А этот Вадик, он мог желать ей смерти? Но он воспитывал Ксюшу, как свою родную. Поделишься контактами Вадима? Конечно, я тебе его номер скину. Я так понимаю, твой отчим, да? Да. Так, если не брать в расчет криминальные версии событий, получается, что Ольга вечером 11 ноября 1998 года ехала мимо этого дома. Я поднял метеосводки, с полудня шел дождь. Возможно, Ольга не справилась с управлением и сорвалась в обрыв. Это и совпало с тем, что в ту же ночь оползень свалил огромный участок земли. Поэтому не нашли машину. Не справилась с управлением. Это не про Ольгу. Машину она водила лучше нас всех вместе взятых. Сам учила, знаю. Мы же рассматриваем все версии. Пожалуйста, докопайтесь до правды. Буду стараться, Лина Андреевна. Всего доброго. Я сейчас. Илья, ты несколько раз сказал, криминальная версия, криминальная смерть. Почему? Потому что рядом с машиной Ольги был найден пистолет. Только об этом никому, хорошо? Угу. Ладно. До встречи. Пока. Двадцать лет я верила, что она жива. А вы мне ничего не хотите рассказать? Что рассказать? Правду. Но я ведь все детство думала, что мама меня бросила. Что? А что еще мне оставалось думать? Вы же сами вместе с Вадиком мне все время говорили, что мама уехала. То в путешествие, то по делам. А мне плевать было, где она. Главное, что она не со мной. Оказывается, что все это время она была здесь, во враге. Что все версии криминальные. Куда она ехала? Зачем? Что за деньги с ней были? Вы мне просто обязаны рассказать. Принеси коробочку. Знаешь, мы и сами-то ничего не знаем. А я вам больше не верю. Это мамины вещи. Там записка. Прочитай ее. Папа, мама, я все верну. Объясню потом. Простите, Оля. Ну что, прояснилось? А это все, что у нас было. И сегодня мы узнали ровно столько, сколько знаешь и ты. Что мы должны были рассказывать тебе, семилетнему ребенку? Что твоя мама взяла у нас деньги и уехала? Прости, дед.
Да. Пап, привет. Знаешь, маму нашли. Какую маму? Я не понимаю. Мою маму. Ольгу. Пап, ты меня слушаешь? Пап, ты приедешь? Конечно. Вадик, что-то случилось? Ничего. Иди. А что я Ксюше скажу? Что мать сбежала? Вадик, за то, как ты с Ксюшей нянчишься, я тебе всю жизнь буду благодарна. Но благодарность – это же не любовь. Да... Оля! Папа, ты любил ее? Конечно. А почему тогда изменил? Я? А разве она уехала не потому, что ты… Ксюша, Ольга уехала, потому что этого хотела она. Я был против. Прости, пожалуйста, я просто пытаюсь разобраться. А ты знаешь что-нибудь о деньгах, которые она забирала в последний день? Да. Да, были деньги. Она их взяла, но зачем, я не знаю. Она мне ничего не объяснила. А вообще, в каком настроении она уезжала? Я ничего не помню. Приподнятом. Она как будто спешила навстречу чему-то хорошему. Ой, нехорошо мне. Бабуль, что такое? Ой, Господи. Тихо, тихо, тихо. Возьми-ка таблеточку. Положи под язык. Давай. Спасибо. Вот так. Давай до машины доберемся. Пройдем. Держись за меня. Ну что, выпьем за Оленьку. Прекрасную женщину, мать и дочку. Какая художница была. Талантище. Ксюшенька переживает. А что вы на меня так смотрите? Наверное, хотите сказать, как сильно я похожа на мать? Хочу. Ну так расскажите же нам, какая она была как человек? Лучше всех. А ты что ж маму не поминаешь? А я не пью. Но пригубить-то надо. Давайте помянем еще раз Ольгу. Нет, ну ладно, я была маленькая. Но вы-то сейчас рассказываете друг другу, какая Оля была. Потрясающая женщина. А почему же вы так легко смирились с ее исчезновением? Почему вы не искали? Ксюша, ты действительно была очень мала. Конечно же, мы все искали Олю. Просто не говорили тебе об этом, чтобы не травмировать. Простите. Петь. И главное, я всю жизнь мечтала, что она вернется. А теперь пустота какая-то, Жень. Тупик. Тебе нужно просто выспаться. И что, станет легче? Конечно. Знаешь, давай. Давай на выходных съездим куда-нибудь, например, в Питер. Или в Нижний. Я подумаю. Спасибо. Главное, помни, что я рядом. Хорошо. Ну что, как ты? Как в бреду. Все это безумие с мамой. Я вообще не понимаю, что она за человек была. Все такие умница, красавица. Но, по сути, она же бросила Вадима. Бросила меня, бабулю с дедом. Стащила кучу денег и куда-то срывалась. Она классная была, Ксюш. Ты-то откуда это знаешь? Знаю. Пойдем покажу. Пошли, пошли. Куда мы идем-то? Мы уже пришли. Ой. Аккуратней, здесь камень. Я вижу, да.
А мне тоже так? Ну да. Давай руку. Ой. О, Господи, Боже мой. Аккуратно. Ох. Готово? Это что? Это твоя мама нарисовала. Чудо какое. Ты знаешь, я совсем не помню, как она рисовала. Ну, так часто бывает. На той неделе наш отдел психолог консультировал. Говорил, что у людей, особенно у детей, бывают моменты вытеснения. Это вроде как мозг сам себя защищает. Тебе было тяжело принять, что мама пропала. Вот мозг вытеснил ее из памяти. Спрятал. Может быть. Я помню, мне лет 6 было. Меня родители в этот детский сад на все лето затурили. На все лето? Бедный. Прикинь, все разъехались, а я еще пара бедолаг остались здесь вон развлекаться. И вдруг заходит твоя мама. Красивая такая, как из книжки. Полторы недели вот эту стену рисовала. А я смотреть приходил. Вон, видишь бабочку? Угу. Это я нарисовал. Серьезно? Да, мама твоя разрешила. Вот такого роста был. Я в тебя в школе влюблен был. Ты знала? Кто там? А ну выходи, а то ментов вызову. Дядь Толь, менты уже на месте. Все нормально. Илюха, нашел место, где девчонок обжимать? Так, мы не обжимались. Ага, рассказывай. Рассказываю. Все, мы уходим, уходим. Давай, давай. А ты что, уже убегаешь? Да, я поеду. Если что, звони. Что-то случилось? Да нет, ничего. Дед опять твой. Ай, ладно. Подожди, пожалуйста. Это Илья. Мы с ним в одной школе учились. Здравствуйте. Я рад. Вы встречаетесь? Нет, нет. Старший лейтенант Росихин. Так совпало, что я занимаюсь делом Ольги Матвеевой. Вот оно что. А что, есть чем заниматься? Есть. Скажите, как долго вы были женаты на Ольге? 3 года. А вы что, меня прямо тут будете допрашивать? Да у меня всего-то один вопрос. Был ли дома пистолет? Какой пистолет? Бред какой-то. Так был пистолет или нет? Не было никакого пистолета. Не было! Еще вопросы есть? Пока нет. Тогда всего доброго. До свидания. Слушай, может, я заеду? Поговорим нормально, да и по девчонкам очень сильно соскучилась. Если к девчонкам, приезжай в любое время. А если ты опять собралась разговаривать про маму, пожалуйста, приезжай хотя бы, когда Светы нет дома. Звони. Да. Вот ведь женщина была твоя мама. Столько лет прошло, а новая жена Вадима до сих пор в тонусе. А что там с этим пистолетом? Выясняем. А тебе не кажется, что Вадим что-то не договаривает? Тут все что-то не договаривают. Берегут меня от чего-то, как будто я маленькая девочка. А мне правда нужно. Пистолет этот. А еще такая сумма денег. Зачем она ее вообще взяла? Почему везла обратно? А с чего ты взяла, что она их везла обратно, а не туда? Мама уехала утром. Это я очень хорошо помню. Дождя тогда не было, я играла на крыльце. Дождь начался уже позже, днем. И меня тогда гулять не пустили. Получается, что мама взяла деньги у своих родителей, потом съездила куда-то, но деньги не пригодились. И она повезла их назад. Но не доехала. Ладно, Илюш, спасибо тебе большое, что проводил. Я пойду. Может, завтра вечером посидим в кафе? Понимаешь, у меня есть парень, и у нас с ним все очень серьезно. Так я ж по делу. Ну, если по делу, может быть, тогда в обед встретимся.
Бабуль, прости, что убежала. Давай я помогу. Нет, не надо. Мне лучше быть в пределе. Слушай, мама ведь была художница. Да, была. Ну а почему тогда у нас ничего не осталось? Ни картинки, ни рисунка. Мы с дедом так решили, чтобы… Чтобы меня не травмировать? Бабуль, но ведь у меня почти не осталось о ней воспоминаний. Твои воспоминания у меня в мастерской. Как жаль, что эти картины не висели у нас в доме. Ну, повесь. Да? Тогда вот эти мы повесим здесь, а вот эти я заберу с собой в Москву. Как скажешь. Обожал ее маленькой. А она вдруг выросла и стала такой независимой. Свободной, прям слова ей не скажи. Ругались часто. Как дураки, целыми днями. Петь. Да. Петь, ты это видел? Бабуль. Ой. Что с тобой? Бабуль, ты чего? А. Может, водички принести? А. Сердце. А. О, Господи. А. Дед, я понимаю, что сейчас не лучший момент. Но скажи, пожалуйста, когда вы прекратили поиски мамы? А мы не прекращали. Они сами прекратились. Есть определенный срок, после которого можно считать человека умершим. 5 лет. 5 лет прошло, все само собой закончилось. Ясно. Между прочим, следствие отрабатывало еще и версию убийства. Улик у них никаких не было, но они все-таки отрабатывали. И кто был под подозрением? Да все ближайшие родственники, без исключения. Вадим, между прочим, тоже. А почему он-то? А это ты сама у него спрашивай. Ну что, Матвеевы, осторожно вас поздравляю. Угу. Состояние Лины Андреевны стабилизировалось, но в ближайшие дни она останется с нами. Спасибо вам большое. А, скажите, а ее повидать можно сегодня? Да, завтра приходите. Хорошо. До свидания. Поехали. Угу. Дедуль, помоги, пожалуйста. Да, давай. Дверь подержи. Спасибо. Я буквально на один день. Только вещи соберу и вернусь. Ну, поезжай, конечно. Ты поосторожней там, на дороге. Не торопись. Конечно. Пока. Угу. А ты кто такой? Ты что здесь делаешь? Петр Алексеевич. Ты что делаешь здесь, себя спрашивают? Разрешите представиться? Виталий Рыбин, журналист. Я
неким образом освещал гибель вашей дочери. Это из-за тебя жена моя попала в больницу, да? Кто тебя просил печатать твои поганые фотографии? Чё ты лезешь в нашу жизнь? Спокойнее, отец. Я хотел просто пару вопросов задать. Я тебе сейчас пару ответов дам, и ты не своими ногами будешь уползать отсюда, понял? Иди отсюда! Иди отсюда, я сказал! Тихо, пошел вон! Да все, все. Засранец! Спокойнее. Привет, Ксюша. Господи. Извини. Паш, скажи, здесь сейчас никто не проходил? Да нет, вроде никого не видел. А кто в клубе вообще есть? Ты да я и шеф он. Услышал твой голос, ушам не поверил. Ты что здесь делаешь, красотка? Да, нервы спортом лечу. Жень, что-то я запуталась совсем. Вокруг мамы одни сплошные тайны. Я могу чем-то помочь? Нет. Я сама должна, понимаешь? Кажется, что-то не так в моей жизни. Может, я просто неудачница? Ну, конечно. А то, что я чудом заманил тебя на работу в свой клуб, это мы в расчет не берем, да? Ну, ты так смотрел на меня. Как же я могла отказать? Может, ты гипнотизер? Гипнотизер. Закрой глаза. На счет три поцелуй меня. Раз, два, три. Сработало. Сработало. Жень, оформи мне отпуск дней на 10, ладно? Конечно. Здрасте. Ну и как это называется на вашем языке? Так, а что-нибудь украли? Ничего. Угу. Ну, происшествие квалифицируется как незаконное проникновение с целью уничтожения имущества. А ущерб нанесен только картинам Ольги Петровны? Да. Ну, можно предположить, что действие имело символический смысл. Ты издеваешься? Я при исполнении обязан соблюдать процедуру. Илья, ты найди эту гадину. Постараюсь, Петр Алексеевич. Доброе утро. Привет. Ну что, есть новости? Ксюш, сразу говорю, шансов, что мы быстро найдем преступника, мало. У нас в отделе для таких дел ресурсы невелики. Но все-таки это не грабеж и не убийство. Да, я понимаю. И деду аккуратно объясни, ладно? Я объясню, Илюш, но ты мне скажи, это разве нормально? Женщина погибла 20 лет назад, а кто-то вот так измывается. Согласен, что-то здесь не то. Может, вам стоит раскопать дело о ее исчезновении? Ну, то первое. Ксюш, я постараюсь. Вот. Это что? Нашли в машине рядом с телом. Тебе знакома эта вещь? Да, я помню эту штуку. Ты устала? Нет. Открой. Как же ты красиво пишешь. Оля,
Надо поговорить. На одну секунду можно тебе? Давай начнем все сначала. Мне надо идти рисовать. Да хватит! Я люблю тебя. А я тебя нет. Дрянь! Ксюш. Ксюш, ты чего? Ты знаешь, что мне покоя не дает? Что мама все время была рядом. Лежала на дне этого оврага. Приветствую, Росихин. Товарищ подполковник, а можно вопрос? А могу ли я тут старое дело Матвееву поднять? А оно тебе зачем? Ну, вы же знаете, что вчера произошло. Это то, что в доме у Матвеевых картины изуродовали и порезали? Ну, так а при чем здесь это? Так а разве этого мало? Может, это какой-нибудь тип с неуравновешенной психикой. Узнал, что нашли останки Матвеевой, ну и вспомнил старые обиды. Она, говорят, была яркая дамочка. Да может, конечно, оно и так. Но только не имея полной картины, тяжело разобраться, кому Ольга везла деньги и почему у нее был пистолет. Дело надо поискать в областном архиве МВД. И если есть, то только там. Значит, если пропавший был с машины или с крупной суммой денег, то дело квалифицируется не как пропажа, а как дело об убийстве. Получается, у нас аж два признака. Значит, буду искать среди убийств. Иди сюда. О, Алексей Григорьевич. Что случилось? Вот. Так, что ты мне говорил насчет полиции? Полиция – это милиция. Боже ты мой. Очень информативно. Так. Он что-то нашел на дне оврага. Да, овраг. Опять овраг. У кого-нибудь еще остались сомнения, что со смертью мамы не все нормально? Вот эта гадость не должна дойти до моих стариков. Не дойдет. Давай так, ты встречаешься со своим отчимом и узнаешь у него все, что он помнит о последних днях твоей мамы. А я тогда архивное дело найду. Что-то ничего такого особенного в последние дни не было. А почему ты ее ударил? Не было никогда такого. Было. Мама писала мой портрет. Дала мне вот эту шкатулку, чтобы я не скучала. А потом пришел ты. Вы начали ругаться, и ты ее ударил. Да. Я тогда вспылил. Был неправ. Неправ? Это все? Пап. Но я тебя очень хорошо знаю. Чтобы тебя вывести из равновесия, это нужно еще постараться. Ну что она сделала? Я не хочу этого вспоминать. А может, это не она? Может, это ты что-то натворил? Ей не понравилось, она тебе что-то высказала и... И что я? Сбросил ее машину во враг? Дед говорил, что ты находился под подозрением. Все находились под подозрением. Все. Проверялись все ее контакты, все ее связи. С близкими, с дальними. Поверь мне, Ксюш, тебе не в чем меня подозревать. Прости меня, пап. Я просто уже вообще не понимаю, где правда, где нет. Просто прости, ладно? Господи, Жень, прости меня. Это было сильно. Я испугалась, я не поняла, что это ты. А ты что здесь делаешь? Я пришел подарить красивой девушке цветы. Спасибо. А ты как, узнал, что я вернусь в это время? Я не знал, я надеялся. Пойдем? Пойдем. Это ты?
Какой красивый портрет. Это мама. Это автопортрет. Прости. Алло. Кто это? Алло. Говорите, вас не слышно. Алло. Прости. Давай за нас. Алло. Скажите, вам делать нечего? Издеваются. Тише, 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 тише. Все хорошо. Прости меня, пожалуйста. Просто нервы. Давай я отвечу. Слушай, парень, я тебя по-хорошему прошу, не нужно сюда больше звонить. Давай за нас. Ты кого-то ждешь? Нет. Я открою? Я сама. Ксюш, ты нормальная, нет? Я звоню, пишу, не знаю, что думать. Опа. Простите. Это Илья, это Женя. Расихин. Кравец. С Алешей мы в одной школе учились. Я по делу. Прости, пожалуйста. Ну что ж, не буду мешать вашим делам. Позвони мне потом. Это с ним ты встречаешься? Это мой начальник. Умывальников начальник и мочалок командир. Ладно, это меня не касается. Я тут тебе кое-что принес. Это дело об исчезновении твоей мамы. Спасибо тебе. Да. Красивая квартира. А ты его любишь? Я не знаю. Как-то не знаю. У вас тут шура-мура, а ты не знаешь? Илюш, не мешай, пожалуйста. Ты знаешь, кто этот первый муж погибший? Папаша. Видела его один раз, мне 15 лет было. Пришел тогда к бабушке и дедушке требовать моральную компенсацию. За что? Лишили его ребенка. Причем бабушка говорит: Гоша, вы же сами никогда ни Оле, ни Ксюше не помогали. А он, писаешь, еще хамит ей в ответ. Алкаш? Ученый. Да, представляю, как Петр Алексеевич отреагировал. Не задушил его? А деда дома не было. Это я его вытолкала. Слушай, как вы с мамой похожи. Чувствую, твоя мама часто в мужчинах ошибалась. Илюш, слушай, а ты можешь мне помочь достать адрес этого папаши? Сделаем. Спасибо. Ксюш, ты вот мне все-таки скажи, у вас с этим умывальником-то серьезно? Илья, прости, пожалуйста, а тебе какое дело? Ну, нравишься ты мне. Точно знаю, завтра так же будет. Угу. А через год? И через год. И через 20. Хотелось бы, чтобы через 20. Глупости все это, Илюша, не бывает никакой любви. Смотри, маму признали безвестно отсутствующей через 20 месяцев. Судебное решение, инициатор Вадим Никишов.
Твой отчим. Так, а потом, по его же заявлению, суд признал Матвееву Ольгу Петровну покойной. Привет, Свет. Вадим дома? Его нет, он на работе. Ксюша, ура, Ксюша! Здравствуй, солнышко. Папа, Ксюша, приехал. Ой, как здорово. Здравствуй, Ксюша. Привет, проходи. Пап. Привет. Проходи в кабинет. Иди поиграй. Хорошо. У меня вопрос к тебе. Угу. Почему ты обратился в полицию с заявлением о признании мамы безвестно отсутствующей всего лишь через 20 месяцев, а через 3 года накатал заявление о признании ее мертвым? Ксюша. И каждый год ты повторял свое заявление, пока его не удовлетворили. В этом не было никакого злого умысла. А что было? Бизнес. Бизнес? Да. Дело в том, что на Ольгу была зарегистрирована компания, которая занималась медтехникой. Ну, в то время так было выгодно. Я был гендиректором этой компании, и когда Ольга пропала, продолжал управлять ей. Но со временем компания разрослась, ее надо было выводить на биржу, и у меня начались проблемы с документами. Какие проблемы? Дело в том, что пока не было признано, что Ольга мертва, я не мог переоформить эту компанию. Когда официально признали ее смерть, компания по наследству перешла тебе и мне. Вот и вся история. Просто твоя настойчивость мне показалась очень странной. Ну, а что делать? У меня не было другого выхода. Мне надо было торопиться, иначе бы компания распалась. А сейчас компания принадлежит только тебе? Но ты же сама отказалась от своей доли. Ты мой папа. Сказал мне, подпиши здесь, и здесь я подписала. Слушай, это не ты ее убила? Уходи. Илья, за мной кто-то следит. На машине. Он угрожал мне. Номер тачки запомнила? Нет. Даже цвет толком не разглядела. Так, Ксюш, поживи пока у деда. Так ты хотя бы будешь не одна. Если что, он подхватит. Договорились? Угу. И еще, я нашел координаты твоего отца. Тебе прислать? Thank you.
Георгий? Здравствуйте. Вы, наверное, не помните меня? Я ваша дочь. Дочь? Красивая. Вопрос. Чья вы дочь? Не помните? Моя мама Ольга Матвеева. Оля? Зачем ты пришла? Зачем? Зачем? Простите, пожалуйста, вы, наверное, меня перепутали с моей мамой. Она умерла 20 лет назад, а я пришла, чтобы узнать у вас… Умерла. Вот горе какое. А как же тогда вы? Снова здесь? Умерла? Или нет? Понятно. Здравствуй, Альцгеймер. Будет в разы страшнее, чем сейчас. Вы просто окажетесь там, внизу. Так это ты за мной следишь, да? Это ты мне звонишь, угрожаешь мне. Ты что, больная? Я же за вас, я же за вас беспокоюсь. Машину мою опусти быстро. Опускай, опускай машину. Еще раз я тебя увижу, ты меня понял? Еще раз. Отродясь, вот такого глумления не было. Ни уважения, ни приличия. Так, давайте не будем голосить. Тут все-таки кладбище. Алексей Григорьевич, вы до сих пор думаете, что это не может угрожать Матвееву? Да. Надо в этом разобраться. Так, только ты об этом никому не говори. Понял. Эдуард Иванович, тебя это тоже касается. Никому не говори. Да, я что? Я могила. Проститься решила? Господи, ну не смешно же. Прости, дурацкая шутка. Да я вообще как-то с тобой дурею. Я хотел сказать, что… Да? Я так и не дождался твоего звонка. Прости, Жень, замоталась совсем. Понимаю. Звоню, чтобы официально пригласить тебя на свидание. И что я должна ответить? Официально соглашайся и немедленно выезжай в Москву. Ты в отпуске, тебя ждут танцы, музыка. Я официально принимаю твое приглашение. Жду тебя. Что ты хотел сказать? Хотел сказать, что понимаю, почему ты мечешься, выясняешь. Вот как. Ну да. У человека должна быть мать. Хоть в воспоминаниях, но должна. Потому что без мамы человек как будто без сердца, без души. Спасибо, Жень, что возишься со мной. Чашка чая, мы в расчете. Черный, зеленый? Черный. Удивительно, как ты все-таки похожа на мать. Но это только внешне. Мама была как инопланетянка. И знаешь, я поняла, что тот побег с деньгами, он вполне соответствует ее характеру. А вот гибель…
Ксюша. Бросит. Не поняла? Да плюнь ты на это. Ну, забудь ты про нее. Перестань уже копаться в прошлом. Ты ничего не можешь изменить, Ксюша. Жень, это же моя мама. Я должна разобраться, ты не понимаешь? Прости. Я понимаю, конечно. Но пойми, что ты реально измучилась. От тебя уже скоро ничего не останется, понимаешь? Тебе нужно думать о себе. Прости, пожалуйста, я хотела бы остаться одна. Ты уверена? Пожалуйста, Жень. Да, конечно. Спокойной ночи. Полиция. Старший лейтенант Росихин. Здрасте. Что случилось? Вторжение на частную территорию, несанкционированная слежка. Продолжить. Вы что, следили за мной? Да я-то не следил. А вот ты следил за этим домом. И вон, видишь этого мужчину? Он тебя заприметил. И позвонил мне. Здорово, Илья. Может, помочь чем-нибудь? Да ладно, Петр Алексеевич. Сами справимся. Я напишу об этом в нашей газете. Так и знайте. А вы не нарывайтесь, целее будете. Я выполняю профессиональный долг. Тайминг точный? Что? Время и даты на камере точное? Да, конечно. Угу. Твоя слежка за Ксенией Матвеевой. Вот что произвол. Ну, я сделал-то всего несколько кадров. Ага. А ничего, что у тебя здесь 358 снимков? Чья машина? Я не знаю. А карту памяти я себе заберу. Ксюш! Да, дедуль? Ты опять тут? Скажи, а ты не знаешь, кто это? Нет, не знаю. Не видел никогда. А у меня такое ощущение, что я ее где-то видела. Причем совсем недавно. Вот только где, вспомнить не могу. Ну ладно, вспомнишь. Там пришли к тебе. Кто пришел? Я откуда знаю. Иди выясняй. Рита. Привет. Привет, это ты. Я не вовремя? Да нет, я просто не ожидала тебя увидеть. Вот такой характер. С одной стороны, люблю импровизировать, а с другой стороны, доводить все до конца. Мы вчера не очень хорошо расстались. Спасибо тебе большое. А это кто? Я не знаю, какая ты, Рита. А почему тебя так заинтересовал этот портрет? Ты видишь дату? Это последнее, что рисовала мама. У нее глаза, как будто бы она сейчас умрет.
Не знаю, может, ты и прав. А знаешь что? Поехали на джазовый концерт, а? Жень. Поехали, поехали, поехали. Тебе нужно отвлечься. Жень, слушай, может, не поедем, а? Я просто ничего не понимаю в джазе, еще усну посреди какого-нибудь хита. Вот и хорошо, что уснешь. Отвлечешься от всего этого безумия. Приветствую. Привет. 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 Ксюш, найдется минутка? Конечно. Посмотри, пожалуйста. Это важно. А что это? Я в машине подожду. Хорошо. Вспомни, эта машина тебя преследует. Слушай, по-моему, нет. Точно? Угу. Странно. Ладно, буду рыть дальше. Спасибо. Кажется, этот мент в тебя влюблен. Влюблен. Как выяснилось, еще со школы. А ты? А я еду с тобой слушать джаз. Ну, хочешь, не поедем. Жень, ты ревнуешь? А что, не должен? Илья очень хороший парень. Просто ему нужен кто-то попроще. Вопрос в том, кто нужен тебе. А мне нужно разобраться, что случилось с моей мамой. Все время думаю, как она умерла. Что чувствовала в последний момент. Слава Богу, ее теперь похоронили. Разворачивай машину. Куда? Поехали, пожалуйста. Поехали. Так, следующее. Это все, что ли? Ну, как бы да. Угу. Вот как теперь верить-то в могущество русских хакеров, а? Слушай, это просто фото. Обычное, не инфракрасное. Угу. Снятое с кривого ракурса. Мы вообще каким-то чудом эту девятку углядели. Слушай, да ты молодец, а мне только что с этой девяткой делать? На лбу тебе нарисовать, да? Товарищ старший лейтенант, я вас 2 часа ищу, а вы вот где прячетесь. Заключение по пистолету из оврага интересует? Кушать не могу, как интересует. Чего-то я не понял. Это что, табельный пистолет? Нет, это вещдок. По делу Брязгина. 100% суицид. Но пистолет тогда пропал. Так, надо выяснить, кто вел дело Брязгина. Любопытно, а можно посмотреть? Ты давай с номером разбирайся, любопытно. Ты по-человечески можешь сказать, кого мы ищем? Риту. Тут точно есть такая могила. Риту? Ну вот, какая-то Маргарита Гришина. Нет, нет, на могиле должно быть просто написано Рита. Да как ты собираешься искать на таком большом кладбище? Ты понимаешь, что это нереально? Пойдем хотя бы у сторожа спросим. Может, он поможет. Вот! Вот она! Ее фамилия Ждан.
Надо Росихину позвонить, он поможет. Недоступен. Поехали, по дороге в интернете посмотрим. Это здесь. Жень, спасибо тебе большое. Я дальше сама. Может, я подожду тебя? Не нужно. Спасибо. Ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. А Федор Львович на месте? А вы записаны? Нет. Тогда, боюсь, ваш визит невозможен. Ниночка, сделайте мне, пожалуйста, кофе. Да, конечно. Одну минутку. Здравствуйте. Оля. Нет, Оля – это моя мама. Я Ксюша. Ну что, как наши неутешительные успехи? Мы выжили максимум из этой фотографии. Больше не выйдет. Хотите увольнять? Ой, все, отставить панику, да я сам посмотрю. Так, значит, задний номер закрыт слоем грязи. Значит, будем искать передний тогда. О! Ну-ка, увеличь. Видишь отражение в стекле машины? Увеличь еще. Все, пробивай. Давай, переворачивай и пробивай. Что там за черт за Ксюш катается? Две минуты мне понадобилось. Тоже мне хакер. Два года ищет. То есть это из-за вас моя мама собиралась оставить отчима? Так бывает. Как вы познакомились? Вам это зачем? Мне это важно. Я заказал у нее портрет моей жены. Я его писать не буду. Как? Парадный не получится. Вы что, не видите? Рите плохо. Скажите, вы больны? Я говорила Феде, это плохая идея. Я смертельно больна, Ольга, и этого не изменить. Так, портрет будет другим. В общем, Ольга писала портрет, а я в нее влюбился. Я так понимаю, мой отчим все про вас знал. И он-то как раз не собирался уступать жену-любовнику. Мы любовниками не были. Как вы себе это представляете при умирающей жене? Я надеюсь, у вас все? Вы меня очень задерживаете. Простите, пожалуйста, но у меня есть еще один вопрос. Маму нашли с большой суммой денег. Вам что-нибудь известно об этих деньгах? Я думаю, на сегодня откровений достаточно. Просто у меня сейчас вопросов больше, чем был. Пожалуйста, если вы передумаете, наберите мне. До свидания. Thank you.
ты ни был, ты меня больше не напугаешь! Тише, 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 тише. Все хорошо. Все хорошо, я здесь. Я рядом. Не бойся, не бойся. На, выпей воды. Выпей воды. Выпей. Тише, 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 тише. Все хорошо. Подожди, у меня есть успокоительное. Вот, возьми. Запей. Все хорошо, мы вместе. Мы вместе, не бойся. Не бойся, я здесь. Все хорошо. Все хорошо. Очнулась? Привет. Как же ты меня напугала. Слушай, а что со мной было? Ничего, отрубился от обычной валерьянки. Ты хоть спала за эти дни? Нет, почти нет. Хочешь чая? Нет, спасибо большое. Тогда, может быть, может, тогда воды? Тогда я знаю, чем тебе помочь. Женя! Ух. Слушай, нам было очень хорошо вместе. Но мне просто кажется, у нас нет будущего. Ты хочешь со мной расстаться? Но мы очень разные. Ладно. Да. Конечно. И все-таки, почему вас не допрашивала полиция? Дело в том, что когда я похоронил жену, я сына оставил бабушкам. Выкинул свой мобильник. И 3 года загорал на песочке в Гуа, так что с полицией мы очень серьезно разминулись. Потом я вернулся в Москву, стал звонить Ольге. Она не брала трубку. Ее подруга сказала мне, что Ольга все бросила и исчезла. И вас не удивило такое ее исчезновение? Нисколько. Понимаете, Ольга... Ольга, она могла вот так вот все бросить и исчезнуть. Могла. И вы вот просто взяли и забыли ее, да? Почему же забыл? Я ее очень хорошо помню. Мне показалось, что вы не сказали всей правды. Зачем маме понадобилась такая сумма? Ну, господин Ждан Федор Львович? Да, это я. А в чем дело? Полиция. Старший лейтенант Росихин. Вы задержаны по подозрению в покушении на жизнь Ксении Матвеевой. Пройдемте с нами. Пройдемте, пройдемте. Машина ваша, Федор Львович, так? Да, автомобиль мой. Но я никогда не был в этом поселке. А вот в углу кадра дата, она верная? Да, верная. Меня 26 ноября не было в России. Я был на переговорах в Китае. Вы легко можете это проверить. Отметки в паспорте, билеты, все такое. Да вы не заводите. Хорошо, проверим. Допустим, в ваше отсутствие мог кто-то воспользоваться этим автомобилем? Нет, это невозможно. Разберемся. А ты сам-то поверил Ждану? Да я вообще-то фактам верю. Работа такая. И каковы факты? Ну, машина его. А он действительно отсутствовал. Значит, нужно искать того, кто воспользовался этой машиной.
Найдем. Слушай, а давай как-нибудь кофе выпьем? Опа. А что, твой умывальник кофе с тобой не пьет? На самом деле, я с ним рассталась. Только не воображай, это вообще не за тебя. Ты когда свободен? Свободен? Так, завтра ловлю преступников, послезавтра тоже, да и вообще всю неделю занят. Ксюш, давай тогда через неделю созвонимся и наметим планы. Ты серьезно сейчас? Ну да, когда мне по кафешкам ходить кофе пить? Может, дома кофе будем пить? У меня. Утром. Вечером. Да и вообще, выходи за меня замуж, Ксюш. Вот оно что. То есть вот так, да? Без кольца, без поцелуя. А кольцо будет? С поцелуем, да, согласен. Не доработал. Привет, дед. А бабуля где? Долегла уже. Хорошо. Я поговорить с тобой хотела. Ну, если ты хочешь поговорить о своей свадьбе с Ильей, то давай дождемся до утра. Вместе сядем, втроем по-семейному все обсудим. Так, с этим мы как-нибудь сами разберемся. Я хотела поговорить про деньги, которые мама взяла. Опять начинаешь, да? Ну, прости. Я должна во всем разобраться. Пожалуйста, скажи мне все, что ты знаешь. Я очень хочу уважать маму. А эти деньги, они все рушат. Пап, у меня к тебе просьба большая. Давай, говори. Мне деньги нужны. Много. Зачем? Есть человек, которому очень нужна помощь. И если не помочь сейчас, он умрет. Ты понимаешь? Нет. Нет, и все? А что ты собиралась услышать от меня, интересно? Я за эти деньги всю жизнь горбатился на севере в шахте. Жизнью рисковал, здоровьем. А теперь вдруг почему-то я должен отдать это все постороннему человеку? Я это делал для семьи, для себя, в конце концов. Прости, пожалуйста, а я не семья? А кроме тебя, наверное, в семье есть еще люди. Мать твоя, дочь, например. Я, в конце концов. Нет. Пап, я все верну, я тебе обещаю, пожалуйста. Не дам денег. Папочка, хороший мой, миленький, ну, пожалуйста, я тебя очень прошу. Мы сейчас можем спасти человека. Это же важнее всего, важнее семьи. И вот важнее семьи в этой жизни ничего нет. Денег я тебе на это не дам. Все. Спасибо, дед. За что спасибо-то? Подумаешь, героизм, денег не дал. Ну, а кому там помощь нужна была, Ольга не говорила. Кажется, я поняла, кому. Ты брал машину. Ксению, ты травил. А, тебе интересно, зачем? А ты что, не видишь, что мне плохо, папа? Мне плохо с того самого момента, как вы с этой твоей Олей убили мою маму. Ты что несешь? Правду. Правду. Я видел. Я все видел, как вы убили мою маму.
вы должны ответить. И ты, и она. Ольга мертва. Да, зато Ксюша жива. И похожа на нее, как две капли воды. И умрет так же. Да ладно. Умывальник? Черт. Послушай, ты. Если ты хоть что-нибудь, хоть волос с ее головы, я тебе собственными руками. А что ты мне сделаешь? Во враг кинешь, а? Сынок, я правда перед тобой очень виноват. Я уехал на столько лет. Но с Ольгой все не так, как ты думаешь. А, конечно, не так. Мне показалось, да? Я видел, как вы целовались. Мы не позволяли себе ничего лишнего. К тому же твоя мать знала, что мы с ней влюблены друг в друга. А, ну, конечно, она благословила вас, да? А? Ну, ты же ничего не хочешь знать, кроме своей обиды. Не-а, не хочу. Я позвонить хочу. Пока. Алло, Ксюша, мне так плохо. Я хочу умереть. А что случилось, Жень? Конечно, ты где? А, хорошо, ты только не вешай трубку, поговори со мной. Что, Ксюша, а ну с кем-то все разговариваешь-то, а? Товарищ старший лейтенант, вот данные про пистолет ТТ. Посмотрите. Илья, потом. Да. Прошу вас, помогите, пожалуйста. Ксюша, в общем, ей угрожает опасность. Женя, может, если не убить, то покалечить как минимум. Понимаете, Женя бывший наркоман. Женя! Жень, ты как? Все нормально? Ты пьяный, что ли? Я? Нет, ты что, я не пью никогда. Скажи, скажи, ты узнаешь это место? М? Конечно, это здесь, мама. Да-да. А теперь здесь ты. Символично, да? Ты можешь мне объяснить? А, тебе понравилась моя шутка на кладбище? А? Это что был? Ты? Да. Да-да-да-да-да. А на дне врага тоже? Да. Я просто сейчас ничего не понимаю. Зачем тебе это было нужно? Скажи, тебе как? Тебе помочь или ты сама прыгнешь, а? Женя! Алло, Ксюша! Ксюша! Илья, я на овраге! Приезжай! Ну, ты слышал, да? Так послушай, отпусти ее, чтоб там тебе не мерещилось. Она ни в чем не виновата, слышишь? Все, вольно, лейтенант. Не бойся. Всего-то раз, и ты увидишься со своей мамашей. Женя, да что она тебе сделала? Она виновата в смерти моей мамы. Твоя мама Рита Ждан? Догадалась наконец. Молодец, теперь давай. Жень, хороший мой, подожди. Хороший мой. Тихо. Я тебя так понимаю. Я тебя очень сочувствую. А я тебя нет. Я давно придумал, как тебе жизнь испортить. Заманил тебя на работу, к себе в клуб. Навел своего человека, который за тобой следил. Да-да, я был почти что доволен. Ну, почти не считается, правда? Что? Женя! Ты хотела узнать, что чувствовала твоя мама перед смертью? Сейчас узнаешь. А ведь я полюбил тебя. А ты меня предала. Стоять! Подойдете ближе, прыгну вместе с ней. Да ты-то прыгай. Только Ксюша здесь вообще не при делах. Женька, сын, послушай меня. Прости, я должен был тебе раньше рассказать. Ольга пыталась маме помочь. У меня ж были пустые карманы. Фирма была вся в долгах. Вся наша роскошь, это была просто видимость. Мы продали все, кроме квартиры. Мама сгорала. И тогда Ольга где-то достала деньги.
Нашла клинику в Израиле. Сказала, вези, ее там вылечат. Я достала деньги. Смотри. Убери. Ольга опоздала. Что? Мама умерла. Ну, хочешь, я туда прыгну? Да ты что? Прям возьмешь и прыгнешь, да? Ну, если тебе надо, чтобы кто-то был наказан, пусть это буду я. Женечка, ну неужели тебе не жалко отца, а? Нет, мне никого не жалко. Ни тебя, ни его, ни себя. Жизнь сломанная игрушка. Лина! Лина! Да? Они приехали. Ой, слава Богу. Ой, Господи. Ой. Иди ко мне. Ксюшенька, мой-то родная. Ты цела? Да, ничего баба, не болит? Все хорошо, баба. Ой, хорошая моя. Петр Алексеевич, да? Ей бы чай какого-нибудь травяного с медом и спать. Это мать сейчас сделает. Ты проходи тоже, давай. Мне еще дело одно надо важное закончить. Утро доброе. Здоров. Я, конечно, очень извиняюсь, но как бывший коллега, ты должен меня понять. Илья, давай без предисловий. Хорошо. 20 лет назад Ольга Матвеева на своей машине улетела в пропасть. Рядом с машиной был найден пистолет ТТ, проходящий по делу Брязгина, которое ты вел. Сможешь как-то это объяснить? Единственная любовь. Вспыхнули, погасли, разбежались. Она замуж вышла, я женился. У нее дочка, у меня двое пацанов. Но вот когда она вернулась в наш поселок, я как будто с ума сошел. Таких дров наломал. Что, опять закрутилась? Не то слово. Потом у нее появился этот Вадик, и она такая вся, прощай, я другому отдана. Я ей не поверил, понимаешь, я ей не поверил. Ну как такая женщина может быть верной, преданной женой? Ну как? Это же все не про нее. Она страсть. Она свобода. Понимаешь? Понимаю. С пистолетом что? А что с пистолетом? Изъял его, как вещдок. Понимаешь, мне тогда все равно было. Я как будто болел ей. Я слышал, что твоя бывшая жена бегала в истерике к Шелесту, чтоб повлияла на тебя. Ха-ха-ха. Ну да-да-да-да-да. Это она умела. Судьба. Все решила судьба. В смысле? Тем, что убила Ольгу. И меня уберегла от убийства. Я ждал ее у деревни. Может, хотел поговорить, разобраться. А может, и убить. Сейчас уже не помню. Ольга подъезжала, я увидел ее. Включил фары.
Она хотела объехать меня и не справилась с управлением. Я споткнулся, и пистолет упал прямо во враг. Я когда утром приехал на овраг, а там ничего, понимаешь, ничего. Оползень сошел, машину завалило. И ты все это время знал, что Ольга там, во враге, и молчал? А ты знаешь, это в ее фантастическом стиле. Улететь и лежать не на кладбище. Тебе не кажется? Мне кажется, вы много на себя взяли. Псих. Чего загляделась-то? Пойдем.